Я вообще не хуже шимпанзе. А вот вижу там какой-то... Видите лапки? Да-да, гиенка. Нужно прямо смотреть на лапку, а там львица, которая львица. Налево здесь. Которая львица. Да, львица. Да, ух ты. Ну, ребята, потрясающе. Вот она идет, мою лапу. Вот, одна. Одна. Взрослая львица. Они обычно ходят в компанию. Подошла прямо и не боится меня. Лапочка ты мой хороший. Ты да, вот так близко я еще ни разу их не видел. Люди мы. Вот это да, она прямо надо мной стоит. Такого со мной не было. Сколько раз в Африку не ездил. Я очень люблю гиен, они очень дружелюбные. В зоопарке я дружил с одной гиеной. Вот она, пятнистая гиена. Это вам не собака. Ах, ой, боже ты мой, да слушайте. Африканский слон, который не приручается вообще. Рядом со мной. То есть я смотрю на него снизу вверх, не издалека в бок, а снизу вверх. Посмотрим, что сделает леопард. О, появился хорошенький. Смотрит прямо мне в глаза, да. Ай-яй, это скрытный зверь такой. Ну, ради запаха мяса он пришел. Бери, бери, дорогой. Прямо на меня. Сейчас наступит. Он дотронулся до меня своим рогом. Ой, это мой тезка, его зовут Ники. Ники. Он очень любит эти грязевые ванны, да-да-да. Вот это да, ой, вот это да, ребята. Что вы скажете? Фантастика. Вот они здесь были. Никогда в жизни так не удавалось, конечно, близко познакомиться с этими животными, как здесь. Друзья, голосуем за проект Virtual Reality на конкурсе премии Вебби. Вперед, ребята, с победой вам. Вот теперь я наконец-то побывал в Африке. Не то, что так со стороны, а прямо внутри среди этих зверей. Меня и пихали, и толкали, и брали чуть ли не за голову в своей пасти. Я просто потрясен и голосую обеими руками за этот проект. Он должен победить, конечно. И при этом вам еще сообщают интереснейшие факты о том, как быстро уменьшается численность этих животных. Приятно, что он сделан нашими соотечественниками. Это действительно наш отечественный российский проект, который превосходит все, что я видел до сих пор. И, конечно, то, что этот проект сейчас конкурирует с другими проектами в этой замечательной премии Вебби, и в этой премии, конечно, он заслуживает, мне кажется, самой нашей широкой поддержки и пожелания, что этот проект должен победить.